Здравствуйте. Меня зовут Ольга Беляева. Я живу в Украине. Я хочу вам рассказать о том, какую важную роль в моей жизни сыграли программы Глобального фонда. Я родилась в городе, который индустриальный центр, и много разных возможностей было в моем городе, но не было единственной возможности – это помощи людям, которые употребляют наркотики. Я обращалась в разные больницы, я обращалась к разным людям. Моя семья переживала ужасные страдания. Мой ребенок был одиноким и в отчаянии. И когда в 2004 году изменилась ситуация, программы Глобального фонда принесли в нашу страну опыт, принесли в нашу страну новые технологии, принесли в нашу страну, в Украину, гуманное отношение к людям. И моя жизнь изменилась. Я стала участницей программы заместительной терапии. Это значит, я сохранила семью, я сохранила свой ВИЧ-негативный статус, я сохранила своего сына, наши отношения. И сегодня в нашей стране, благодаря программам Глобального фонда, получают лечение более 5500 человек, и еще больше хотят получить это лечение. К сожалению, все вопросы, которые связаны с наркоманией, они очень политичны, и меняется правительство, и меняется отношение к нашей проблеме. Глобальный фонд со своими убеждениями, со своими ценностями, он постоянен и использует только научно обоснованные технологии, научно-доказательные методы. Поэтому сегодня очень важно, чтобы сохранились программы Глобального фонда, чтобы программы Глобального фонда сохранились в Украине, чтобы ВИЧ-позитивные люди, наркозависимые люди могли получать лечение. Вы понимаете, что сегодня для нас это жизнь? Я с ужасом думаю, если вдруг страны, которые дают деньги, не смогут, найдут причины для того, чтобы не дофинансировать программы, я могу остаться без лечения. Остаться без лечения – это значит умирать не только физически. Это значит терять надежду. Это значит терять друзей. Это значит терять работу. Для нас очень важная возможность сегодня быть частью удивительных и очень жизненно важных для нас программ Глобального фонда. Поэтому я просто прошу людей, которые живут в странах, которые помогают финансировать программы Глобального фонда. Поймите, для нас это жизнь сегодня, и мы хотим жить завтра.